Я бы не пошел бы на следующий уровень за бубенцом, потому что там нет бубенцов. Но я вижу, что там есть яйцо. Поэтому мы идем туда. Мир 24. А, 24 уже. Уже 24? Обалдеть. Я уже даже не... Надо забраться, видимо, куда-то прям на самый верх. Прям вообще. Прям полностью забраться. Чтобы найти это яйцо. Хотя, мне кажется, это вообще никак не связано, в принципе. Где находится яйцо и... И вот эта карта нарисованная. Так. Яйцо может быть где угодно, поэтому... Поэтому надо... Так. Здесь, по-моему, надо... Надо на... Несколько миллисекунд раньше пойти, чтобы грохнуться. Вот именно, вот здесь надо. Давай, тучка, сейчас твоя мощь просто не знает границ над этими крабами. Давайте поднимемся наверх, здесь не знаю зачем. Мы там, по-моему, уже были, там нет ничего для нас сейчас. Вот реально нет ничего, кроме монет. Но мы идем дальше. Вниз. Вот сюда желательно. Так. Да нам в любом случае сюда надо было бы идти, поэтому... Так, мы взяли наконец эту... Вообще, наверное, желательно было бы мне все эти моменты проскипать, потому что вы все это уже видели в предыдущих видео, если вы их смотрели, конечно. Все это уже было когда-то там. Но сейчас мы... Прям должны найти это яйцо. Где оно может быть? Я понятия не имею. Это только уровень 2-4. Видео идет, я уже не знаю сколько там, уже, наверное... Там, с тех миллионов часов там уже идет просто. А я еще планировал еще что-нибудь записать прямо сейчас. Планировалось уже, по крайней мере. Сейчас что-то уже ничего не планируется. Что-то тучка вообще не успела ничего сделать. А, но она старалась. Так-с. О, ё-моё. А мне... Мне обязательно в каждой этой штуке, тут, по-моему, рычаги же в каждой, да? Надо рычаг в каждой активировать. Или это для бубенцов было? Нет. Так, вверх, все, первый рычаг есть. Да, они определенно достанут до меня, если я буду торопиться. Первый рычаг есть из трех. Бежим, 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 быстрее, 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 пока это было... Сейчас кабан прилетит, нет? Да. Только не скидывай меня на крабов. Это было бы сейчас очень обидно, если бы крабы резко вылезли. Так, давайте. Прям мастерски забираем монеты. Бежим дальше. Где рычаг? Там бубенец, я помню. Там был бубенец. Рычаг, вот он. Опять это тот самый череп, который у нас... Переиграл, уничтожил предыдущего. Нажали рычаг. Упали на эту платформу ниже. И... Выстрел из пушки, и мы здесь. Наконец-то, ура, бежим дальше отсюда. Давайте быстрее, быстрее, быстрее. Я сейчас не удивлюсь, если я по итогу вообще никакого бойца не найду, в принципе. Ждем ваших подсказок. Да-да, конечно, куда же без этого. Ура, подсказки, ждем подсказки. А. Ну, игра серьезная. То есть мне предлагают сейчас потратить целую 1000 монет на улучшение этого рока. Я понял, давайте. Капец. А что дальше? Ради чего? Куда? Ну вот оно, то самое яйцо. Да. Вы довольны? Я доволен, наверное. 1000 монет на Рока. Просто... Это не очень прикольно, потому что... Мы заинтересованы больше в этом самом, в... Прокачивая косы от этих... Сколько... А, кстати, погоди-ка. Сколько...
2000. То есть мне надо собрать 3000 монет, чтобы прокачать кокос на третий уровень. Да, следующее видео будет еще через недельку какую-нибудь там. Да, сейчас ежедневные задания, конечно, выручают. Ежедневные задания реально выручают прямо сейчас, потому что они дают прям много. А, да, пропускаем фрагмент до следующего. Мы здесь на миллиард лет в этом домике, потому что мест, куда здесь можно пойти, просто этот миллион просто. Если что, на загадочный остров я уже сплавал вне видео. Для прокачки удочки и так далее. Меня даже напрягаться сейчас не хочется искать бубенцы. Там бубенец это снизу был, точно помню. Давайте зайдем в эту гостиницу, потому что, по-моему, я... Что-то мог я пропустить в этой вот гостинице, как я помню, наверное. Мог же я пропустить что-нибудь в этой гостинице? Давайте комнату берем. Мы же миллионеры, да? Мы же собираем 3000 на улучшение кокоса. Да-да, конечно, круто. Говорят, рыбацкая шапка помогает находить редкую золотую рыбу. Хочешь покататься? А, Икс посадит в сторонке. Так, а если я зайду за другого кота, вот за Мару, к примеру. Такс. Хочешь покататься? А, Паскаль ничего не говорит, Икс тоже ничего не говорит. А если мы пойдем за... Роуз. Это что не говорит? Рыбацкая шапка, да. И за... Осталось пойти за Ригза, видимо. Рыбацкая шапка. Хочешь покататься? Давай покатаемся. Супер. Чур, я за рулем. Вы еще скажете, что здесь надо за каждого кота прокатиться, чтобы что-нибудь там увидеть. Так, я ничего не жму сейчас. А, косить, чтобы продолжить. Я вас понял, да. Все-таки здесь надо было что-то жать. Потыкаем, потыкаем. Не знаю, может быть, надо было здесь... Это испытание выдержки, надо было просто стоять, сидеть, ждать миллиард. Эй. Такс. Меняем кота снова. Чем я занимаюсь вообще? Я пытаюсь что-то здесь найти, но здесь ничего не найдем, вряд ли. Нашли. Арикс симпатичный. Вот это да. Нашли какой-то диалог. Арикс симпатичный у нас оказывается. Рикс, Роуз. Ты нравишься Роуз? Знай об этом. Тебе живи с этим всю жизнь. Так, это интересно. Это из-за того, что я... Покатался именно с ним, пока... Я предполагаю, что у них диалоги, там еще есть разные диалоги, но... Я не хочу сейчас это проверять сильно, потому... Ладно, давайте проверим. Сейчас я зайду, по-любому можно снова снять комнату снять, да? А, мы уже снимаем... Ладно, значит мы это пропускаем, этот момент. Попробовать прокатиться именно за... С каждым котом прокатиться, а потом посмотреть, что скажет Роуз по поводу каждого кота, да? И, видимо, у него по поводу каждого свои фразы будут. То, что я покатился с Ригзом, она заговорила про Ригза, заговорила. Так, где-то там был повар, где-то... Видимо, не здесь был повар, да? Это просто тот самый маяк, где... Вот, надо самый красный кефалька -то. А! А как? Такой, объясните, да? Мне говорили. Мне сказали, что... То да, надо как-то ударить по этому колоколу. А чем? Чем по нему ударить? Камнем? Кокосом? Как-то можно забраться наверх еще выше. В другую сторону давайте выпрыгнем. Вот говорили, что можно ударить по колоколу. И что-то получить. Но возникает вопрос, как ударить по колоколу, если даже до него дотянуться не могу.
Так залезть не можем. Может быть, с другой стороны как-нибудь. Так, пропускаем этот момент снова. О, как же обалдеть, как же я все скипаю, как же много скипаем всего, как же долго это все длится. Я, возможно, Спасибо за рыбу, вот твоя награда. Да, вот, мы понесли ему красный кефаль, который я поймал на том острове. Я люблю готовить. Так, какое твое любимое блюдо? Не знаю. Рыба, рыба с рыбой под рыбным соусом. У нас тут очень много рыбы. Нужно больше рыбы. Вот так, может быть. Не, это какой-то бред. Есть предположение, что это видео будет... Это не одно видео. У меня такое предположение, что, возможно, вот сейчас, если вы это смотрите, и возможно, это уже не одно видео, где я забираю бубенцы, а уже второе. И по итогу будет еще третье видео, да? По итогу получается, в предыдущем видео, когда я сказал, что вам что будет два видео планируется, я сказал, это немножечко не то, да. Потому что по итогу три, походу, их будет. Вот, я... Кость, туда отошел? Нет, не хочу, я там уже был. Я наверное, еще где-то надо фрагмент этот ставить, что я поплыл на него. Но... Ладно, я знаю, я ставлю его очень ускоренным, потому что там без всего, без музыки, без звуков, потому что вот это здесь бубенец я походу видел. Ну вон, я вижу дверь. Я какую-то фишку упускаю, видимо, в этой игре. Прям какую-то фишку такую лютую упускаю, где можно прям прыгать, как не знаю кто. Прям красиво прыгать, не знаю, прям в космос прям улетать в прыжке. Мы нашли целый один бубенец здесь, вот это... Класс. А я тоже подумал, что ура, получилось. Ну... А, я, кажется, понял. Видимо, прокачанный кокос, прокачанный, он выращивает что-то более крутое. Да, выращивает что-то более крутое, это 100%. Это 100% он выращивает что-то более крутое, потому что... Иначе как, по-вашему, на первом уни попасть к какому-то там секретному босс-пауку? Потому что кокос третьего уни по-любому выращивает какую-нибудь там лазу, по которой можешь залезть, не знаю. Вот сейчас где-нибудь здесь залезть наверх, на это дерево, и прям бубенцу. В принципе, это логично. На первом уни тоже такое место, там типа паучки с неба сладят, и там вырастить можно что-то. Я понял. Этот бубенец понятно, а вот... А вот где первый бубенец, вообще фиг его знает. Той самой двери, которой мы не знаем, как попасть. Сейчас пац реклама, да? Нет. Ну вы уже видите, вот рыбка здесь есть, с рыбкой. Так, вот это яйцо, говорят, забрать невозможно, если что, поэтому мы его искать не будем. Ну шикара, ой, 2,5, вот это... Нет, это 100% будет... Будут... Два отдельных видео, такое ощущение. Потому что это прям очень долго уже идет. Где? Ну, не в самом начале, отлично. Значит, просто куда-то бежим. Пока мы не увидим, где... Как мы это увидим? Как мы это увидим? Тут же вообще... А, вот, да. Все увидели. Такс. Тучка. Давай, тучка. Ну чё ж ты, тучка, так долго? А... Камень. Неужели я что-то нашел? Я нашел бубенец. Дорогие друзья, я могу что-то найти. Могу. У меня получается что-то находить. Ура! А бубенец засчитается? Я же его взял. Я его взял. Отлично. Вот это просто... Это... Так и было задумано, чтобы быстрее пройти. Так и было задумано все. Чтобы просто пройти на скорость. Ну вот, в принципе, прокачка этого камешка дала свои плоды. Мы получили яйцо. Это первое. Второе, мы получили вот этот бубенец. И, в принципе, пока что все. Да уж. Тут даже подсказка про рыбацкую шляпу есть. Так что
То, что мне в комментариях по ней писали, тоже это было, видимо, не самое обязательное. То же самое, что про блоки можно с помощью выстрелов этих призраков ломать. Видимо, мне надо было идти дальше. Да, походу мне надо было идти дальше, чтобы получить бубенец там где-нибудь. Потому что это, видимо, какой-то основной... А чё я пытаюсь использовать эту самую? Ну почему ты так идеально прям в шип влетаешь? Прям идеально в шип. Как же мне не хочется видеть этот уровень уже, потому что я тут так медленно сижу. А, нет, она все-таки их ранит. Да, логично, что она их ранит, но... Но это очень тяжело их прям уничтожить с помощью тучки. У меня уж просто такое ощущение, просто пройди уровень, как мне пройди, и все. Потому что уже движущийся экран. Обалдеть, движущийся экран. Это еще на несколько тысяч лет затянется. Ну а как это еще назвать, пока он пройдет этот экран, мы уже все уже. Уже пора будет мои другие видео. Чья была идея собрать бубенцы за одно видео все, да? Да, не ваша, моя, я понимаю. О, вот это я прям вообще идеально ушел. Бубенец, я, скорее всего, уже пропустил. Либо он где-то здесь. А где это вообще? Это... Без шансов вообще. Найти его... У меня нет шансов. Давай камень. Ждем, когда в следующем продолжении игры нам будет нужен камень третьего уровня, чтобы ломать камни 3 на 3. Не просто так это улучшение есть, да? Да, уже вся игра разработана, вся игра, по-любому. Именно так вот уже есть наброски примерные. То, что если есть питомец, который может ломать блоки, которые... 3 на 3, но блоков 3 на 3 мы еще не видели, значит они будут чуть позже уже будут. И самый гениальный ход в истории. Назад! И нет тут ничего. Что у нас здесь? В воде ничего. Здесь мы просто так сейчас... То есть вы понимаете сейчас, вы просто смотрели просто так, да, оставшуюся часть уровня, потому что мы ничего не нашли вообще. Так, вот этот бубенец, по-моему, забрать невозможно. Яйцо тоже невозможно. Потому что нужно что огненное. А вот здесь... Если что, поправьте меня в комментариях. Можно ли на уровне 2.7, который до этого был, совать бубенец и яйцо? Потому что, как я слышал, это невозможно, по-моему, сейчас. Так что давайте идем дальше. Опять я хотел собрать монеты, но не получилось ничего. Берем снова тучу и надеемся, что она что-нибудь сделает. Все, понадеюсь, хватит. Идем дальше. Зачем я затормозил? Вот именно, зачем я затормозил? Я же мог пролететь. Зато у меня здесь получилось все. Здесь все получилось. Здесь. Во! Вот так надо было проходить с самого начала. Чего же я с самого начала этого не понял, да? Это... Блин, это обалдеть просто. Это летсплей X2. Просто... Это летсплей в двойном объеме. Понимаете просто, насколько это гениально? Летсплей в двойном объеме. Из-за того, что мы перепроходим уровни, которые мы до этого уже проходили. Несколько раз. Ну, насколько можно уже этот лед? Я надеюсь... Следующая глава вообще со льдом никак не будет связана. Потому что этот лед, он просто... Как же он мешает? Во-во-во-во-во-во-во. Нет. Ты прыгни! Фух. Опять огненный питомец нужен, да? Выйти наверху в блоки ледяные. Не просто-то... Вот, теперь мы здесь опять пройдем. Я даже пытаться не хочу этой штукой куда-то попадать.
Вот мы пришли немножко другим путем. Мы до этого катили внизом. Сейчас пойдем. Походу мы пришли в то же самое место, да? Это вообще будет обалденно. Мы, если мы пойдем в то же самое место одним и тем же путем. Вообще надеюсь, что мы пришли в какое-то другое место. Пришли. Какой кошмар. Да нет! Ой-ё. О, я увидел. Это то самое место, где нужен огненный питомец, да? Проверяйте. Призрак, сюда. Кыс-кыс-кыс. Сюда, давай, давай, давай. Сюда, сюда, сюда. Куда ты? Чё ты там ждешь? И прям идеально упасть. Вот это прям... Уже просто... Как же уже бомбит от этой игры уже. Я даже не думал, что настолько это будет... Все просто прекрасно. Это лучшая игра, в которую я играл. Это просто обалденно. У меня даже желание записывать еще одно видео пропало резко. Все, забудьте, не будет еще одного видео. Оно будет когда-нибудь через лет тысячу. Такс. Вопрос в другом, может он сжигать эти блоки. Я хотел проверить. Но этот призрак, он настолько медленно идет. Я не хочу проверять, сможет ли он... Ломать эти ледяные блоки, сколько можно уже? Только второй мир, почему я так лажаю просто? И аккуратненько, вот так, вот так вот. Стреляй! Нет, у нас. Куда ты? Ты что-то творил? Опять это место проходить? Ты что, издеваешься, что ли, домой? Ладно, бубенец у нас, но... Нам в любом случае надо пройти это место. Тормози, куда ты? Не нужны мне эти две монеты, идем просто дальше. Какой кошмар, что это такое? Может, не надо? Куда? Что происходит? Почему? Игра превратилась в ад после какой-то превратилась. Ты же допрыгнешь! Я это видел. Он не бежал, он шел. Он бы сейчас... Я бы сейчас не допрыгнул. Он бы вообще сейчас не прыгнул бы, если бы я резко не заметил того факта, что он... Бежит пешком. Бежит пешком. Куда ты падаешь? Сейчас все крабы снова восстановятся, да? Ладно, хотя бы эти крабы не вернулись. Что происходит просто на этом уровне? Не, в принципе, это отлично. Если игра дает эмоции, это хорошо. Боссовый уровень очень тяжелый. И это очень хорошо. Хотя, тяжелым его тяжело назвать. И вот я кое-что понял. Может быть, сюда пойти? И чё? Это чё за приколы? Рокки? Что это за издевательство? Зачем это вообще? Я король этого замка. Что вы от меня хотите? Снова, чтобы победил рыбу, ну давай, 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 победим эту рыбу. Возможно, даже без урона. Конечно, без урона, да. Сейчас будет такой мастер-класс, которого вы в жизни не видели, этого мастер-класса вообще. Сейчас буду ловить люлей просто от всего, что движется абсолютно. Желательно по-быстрому. Но на этом, скорее всего, это видео заканчивается, если что. Поэтому заранее всем спасибо за просмотр, да. Потому что я уже обалдел. Если вышло два видео по сбору бубенцов, то знаете, да, они были записаны подряд. Но это будет заметно, потому что во втором видео не будет приветствия. Это же логично, если нет приветствия, значит оно было записано подряд вместе с вот с предыдущим. Так, снова мы с Крывой фигачимся. Сейчас будет все нормально в этот раз, надеюсь. Надеюсь, сейчас не будет такой ситуации, как в предыдущий раз, что я буду перепроходить ее снова. Давай же, это уже... Я хотел сказать, это видео делал слишком долго, но я сейчас понял, что походу будет не одно видео, а два видео, поэтому...
Поэтому все пока что более-менее. Так, аккуратненько. В конце еще будет небольшая обманочка, то что рыба у нас будет прыгать еще, будет скакать по мосту, чтобы мы не смогли. Сейчас походу уже, да? Победа. Да, мы прошли ее без урона, но это не считается. У меня прям складывается такое предположение, что походу реально надо проходить будет боссовые уровни вообще без получения урона. В принципе. Потому что то же самое было на том боссе, на этом боссе. Потому что не было минца последнего. Ой, жду подсказок. Это кошмар. Вы просто видите, какой кошмар это? Это просто... Это ад. Это ужасно. Слишком много бомбинцов пропущено. И все это будет в следующем видео. По итогу сейчас будет еще сразу два видео по итогу. Одно видео, где я дособираю бомбинцы по подсказкам, еще одно видео... Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. До следующего видео. Ставим лайки, подписываемся, пишем комментарии. Да как такое возможно?